Дайте мне сказать сначала. Я здесь живу, я плачу вам деньги. Так что послушайте сначала нас, а потом будете отвечать на наши вопросы. Мы ходили, мы задыхались, нам глаза выедало. Мы писали вам, ходили, писали заявление. У меня все бумаги, вот такое, до прокуратуры дошли. Что сделали? Что? Вы как-то отреагировали? Было заменено стояки водоотведения, то есть канализация, да? И отопление, и водоснабжение – это общедомовые сети. Управляющая компания занимается ремонтом только общедомового имущества. Это четко нужно понимать. Общедомовое имущество. Что туда входит? Это стены дома, причем внешние. Это подъезд дома. Это трубы коммуникаций. Ну, когда мы просим раз, два, три, пять, десять, когда уже штукатурка, у меня ребенок с реанимацией, у меня штукатурка на голову просто, вот я поднимаюсь, тут же рухнула крыша. А мы писали об этом. Это делается первый ремонт. Мы его давно оплатили. Управляющая компания всё. Здесь я не знаю. На этом доме. Вот там если разбирайтесь. Просто ляпнули, помазюкали и ушли. Вы не представляете, это вот ну реально это просто деньги вот в трубу. Потом увидите вот пятый этаж, пятно. Видите, вот возле окна такое пятно. Я не знаю, кто этот ремонт делал, чьими руками. Ну вот оттуда идет, видите, полоска. Вот она, ее прям четко видно. Из-за этого пятна, из-за этой полоски трещина с дыркой. У меня в квартире вот такая плесень. Я четко знаю, понятно. Что по этому дому нужно делать. Понятно. Я пришел, огромное количество работ было проделано за эти 3 года. Этот список по нашему дому никаких нет. Очень много. На сегодняшний день мы что выявили? Выявили, что во время строительства этого дома были допущены колоссальные, ну, не то чтобы ошибки, а просто недочеты, которые проявились в чем? Известковый раствор, то есть это даже цемент больше в нем отсутствует. Песка. В нем отсутствует, тут и известь была. Нам пришлось теперь все это сбить. То есть, когда его строили, этот дом, вместо цемента применили известь. И, соответственно, это все отслоилось за определенный промежуток времени. Теперь это все мы сбили, и сейчас заново будем уже цементными растворами все это дело. Это будет, конечно, очень качественно, это будет очень красиво, но не дешево. Так, это будет самая большая проблема для жителей. Вот мы как раз и видим здесь классический вариант штукатурки 60-х годов, когда применение цемента вообще не применялось. То есть здесь просто известь. Эта штука, конечно же, отваливается. И, кстати говоря, не за 50 лет, а за 10 лет. 5-10 лет она все отвалилась. Ну, конечно, теперь это все надо снимать. И говорить о том, что здесь не проводился текущий ремонт, здесь нужен капитальный ремонт. Вы видите, что мы очищаем стены до кирпича. Хорошая плита 50 лет простоит, от нее ничего не останется. Вот как этот бетонный блок. Видите, он идеальный. А вот как сделана плита. Ну вот, сделали капитальный ремонт.